Давайте будем считать, что я уже сходил в вагон-ресторан и вернулся немножко нетрезвым. Я жив пока, накормлен и одет. Живу, как все вокруг, семья, работа. Спасибо вам, товарищ президент, за эту вашу обо мне заботу. Поэтому на выборах опять с улыбкой гордой и трехцветным флагом я знал, кто нами должен управлять. Конечно, вы во имя и на благо. Я послужить отчизне только рад. Но как-то получается бездарно. Еще вчера я был электорат, а нынче стал свиньей неблагодарной. И снится вам в горячечном бреду, что я, хотя еще остались силы, возьму, да и на пенсию уйду, тем самым осквернив бюджет России, где глупый Ротшильд, где несчастный Форд, как неуместны о богатстве споры, когда у нас есть пенсионный фонд, таинственная странная контора. Мы все чего-то ждали, но, увы, нам объяснили, не тяните лапы, вас слишком много, оплатить живым. Так проще по покойникам отплакать. Страна для вас старалась, как могла, и все дороги были вам открыты. Короче, прочь от нашего стола, нам и без вас тут тесно у корыта. Не вышел морда или не дорос, не нужно объяснять, опять соврете. Но можно один простой вопрос: вы, наконец, когда-нибудь нажретесь? Я жив еще пока за много лет. Я видел в жизни разные картинки. Спасибо вам, товарищ президент. Я не зову вас на свои поминки.